не настоящий «Адидас». Спортивные товары стали предметом проверки во время очередного рейда полицейских из Управления экономической безопасности краевого УВД. Контрафактные кроссовки изъяты у продавцов в Международном торговом центре «Сяян». В одном из бутиков сотрудники полиции изъяли спортивную обувь марки «Адидас». Всего более 400 выставочных образцов всех размеров и моделей. Кроссовки были изъяты не парами, а по одному, так что пару оперативникам еще предстоит разыскать. По словам специалистов, в данном случае простому покупателю сложно отличить подделку от настоящего «Адидаса». Насторожить читинцев может только цена. Стоят такие кроссовки в Сяяне чуть больше 1000 рублей. Если у них имеется разрешение специальное от данной, это все будет определяться в процессе экспертизы. Если данный производитель имеет лицензию на производство данной продукции, то, конечно, это не будет являться. Сейчас мы говорим, то есть, о том, что данная продукция имеет признаки контрафакта. То есть недобросовестный продавец и, соответственно, продукция, возможно, которой даже и не существует официального производителя. Как правило, с появлением сотрудников полиции в бутиках торгового центра не остается ни владельцев товара, ни продавцов. Прошедший рейд не стал исключением. Оперативники сейчас выясняют, кому принадлежит изъятая партия кроссовок. Наряду с этим образцы продукции направлены на экспертизу представителям фирмы «Адидас». Специальное исследование установит, было ли у производителя разрешение на изготовление обуви под маркой известной фирмы. В противном случае, в зависимости от ущерба, нанесенного незаконным использованием товарного знака, виновные лица будут привлечены к ответственности. Алена Любимова, Андрей Лашков, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю для программы «Время новостей».